Здравствуйте, уважаемые болельщики. Наконец-то футбольный клуб «Актобе» добился победы у себя дома. И с нами герой матча, лучший игрок матча Бауыржан Байтана. Бауыржан, тебе слово. Во-первых, поздравляю всех актюбинцев, всех болельщиков, кто искренне болеет за нас, кто поддерживал нас в трудный момент. Всех с победой. Это долгожданная победа. Всем спасибо. Вот такой традиционный кристалл мы вручаем лучшему игроку матча. Бауыржан, он твой. Все, спасибо. Пожалуйста, еще можешь прокомментировать, как играл Атырау, по-твоему? Что получилось сегодня, что нет? Самая главная задача у нас была победить любой ценой. Не было установки красивой игры, красивых передач. Главная была задача победа. Ну, Атырау давала играть, и они, в принципе, играли, просто нам больше повезло. Мы, наверное, больше хотели выиграть. Психологически эта победа придаст себе уверенности, уверенности всей команде. Надеюсь, что это переломный момент. Это еще не все подарки, а от компании «Мужской сезон» мы тебе вручаем вот такой вот сильный ремень, а также от наших партнеров компании «Food Nation KZ» горячая вкусная пицца. Все, спасибо. Так. Байтана, герой матча, молодец. Спасибо. Побед большой. Давайте сделаем фото. Иди, фото. Пойдем.